Это я решила заснять влог, типа, нашей первой лекции. Это наша подготовка. Поля уменьшить. Настя, а шрифт очень маленький. Вот, 10-й. Как тут ты чего, 14-й? Две страницы 10-м, это вообще, Настя, так у нас, посмотри, сколько промежутков. Блин, хочется экран как-то увеличить, понимаешь? Просто шрифт увеличь, а не экран. Подожди, а покажи нашу презентацию. Раз слой. Давай. Два и три. Подожди, а это что? А, там ничего у нас нет. Да? Я просто показывать будем. Пеп, подготовка. Когда мы выступаем? Завтра вечером. Мы прочитали всю нашу лекцию, а она вышла на 14 минут примерно. Нам нужно на час. Настя потеряла сережку в такси. Настя, вам слово. Возьмите микрофон. Все, Настя, убирай наш реквизит. Здравствуйте. Начало лекции через полтора часа. Вот здесь вот. И мы боимся. Блин, они не засасываются. Настя, ты дура, но это же чаша. Почему? Это же моя чаша. Я это вырежу. Короче, ну поставь куда-нибудь. Ну рассказывай. Я просто красивее стою. Да ты так обычно делаешь. Я тебя породила. Ладно. Короче, знаешь, раньше типа от старых телефонов были такие коробочки для зарядок. Беленькие такие, прям обычные. Да, она у меня лежала дома. Это суть в том, что, короче, я в этой коробке хранила хомячка. Ну, не именно в этой, типа, а точно такой же. Я хранила хомячка когда-то, и сейчас я решила отправить на такой коробке на рекламу шампунь. Говорит, я сейчас сделаю анпекинг из этого, вот этой маленькой коробочки. Типа, она там будет, ну, видимо, знаешь, как все это блоги. Ну, типа, вот мне пришла посылка, я такая, типа... А там хомячок дал. Я в наших эко-био-глиттере, блёстках, почему-то не фокусируется. А давайте проголосуем. Я не знаю, посмотрит Настя видео потом или нет. Проголосуем. Что будет с Настиным блогом? А. Она его не выложит. Б. Все видео пропадут и удалятся. Часто это бывает. В. Вот это видео сейчас не снимается, например. Это запись идешь. Да, да. Это просто скрин, знаешь, типа подставлен. Ну, у меня может пропасть вдохновение, и этому видео возможно не будет. Поэтому, да, сегодня 31 января, посмотрим, когда она его выложит. Завтра. Ну, или она это вырежет. Завтра, я выложу это завтра. Ага, сегодня в копе Билла напьешься, если это не монтируешь. Ну, нет, я завтра смонтирую, а выложу это послезавтра. Еще один вариант. Зе, я не знаю какой. Есть такой вариант, что просто у нее, как всегда, будет грузиться этот влог, наверное, часов 95. И она все просто психанет и все закрыт. Нет, я так не сделаю. Голосуйте в комментариях за ваш... Это видео точно будет. Ну, по крайней мере, я сделаю все для того, чтобы оно было. Хорошо, у меня носки, я не буду показывать, я на лекции их покажу. Оставлю. Не надо, Настя, пожалуйста. Настя, она не показывает дрявые носки на лекции, пожалуйста, Настя. Короче, лекция начинается где-то через час, и мы боимся. Ты снимаешь влог и разговариваешь на камеру, как ты спокойнее начинаешь разговаривать, да? Вообще, типа, когда начинаешь разговаривать, как ты спокойнее становится, нет? Ну, типа, на камеру, и как будто у нас там примерно так же 30 человек на круге. Примерно как наша аудитория. Я пытаюсь поправить прическу и думаю, а это жизнь такая или только на камере? Мы боимся. Я нет, это она боится. Она врет. Знаешь, разбавить обстановку. Да мы не будем шутки рассказывать. Мы про экологию будем рассказывать. Я сейчас вспомню, я отключу. Поэтому очень тяжело в России у кого-то что-то закупать, и приходится закупать где-то в других местах. Это очень как-то тяжело у нас все двигается. Да, мы говорим о том, что есть куча магазинов, есть люди, которые продают те же самые бамбуковые щетки, но нету... Вот
целевую аудиторию, ну, магазина, который существует у нас уже, так как понимаем, что она в принципе разная. Если у них контингент один, то у нас это немного другой. Поэтому клиенты будут всегда. Если вы боитесь начать что-то делать и думаете, что это уже есть, зачем это делать, знаете, что все можно сделать уникально, и почему нет. Спасибо, девочки, что пришли. Спасибо. Света, спасибо. Просто супер. Ой, спасибо. Кэшевый сервис. Кэшбэк? Да, только там какой-то... Ну, не обратно. Типа, на миллион. Вы что-то wellness или... Ну, это... С ней мы сидим в имбире. Это тоже очень важный факт. Где в имбире? Да, потому что, ну, понимаете, да, имбирь, типа, ну, говно заведение. Ну, короче, мы там сидим, слушаем. Имбирь — говно заведение. Да. Антиреклама. Ну, короче, реально сложно снимать и влог, и сторисы. Мы поможем сделать то-то, то-то, то-то. То есть они на встречу сами идут нам с этими целями. Реально. Это откуда появилось? Это такой сыр хороший. Нифига себе. Ребят, не хотите ответить на пару вопросиков? Откуда это взялось? Сыр хороший. Вот такой.